Доброчинная молодежная акция «Пасхальный подарунок» ладится в регионе. Активисты БРСМ наведывают выхованцев детских домов и социальных притулков, детей с обмежованными махчимостями и шмадетные семьи. Допомагают еще ладить концерты, викторины. Особливая увага волонтеров так само ветеранам и одиноким состарелым людям. С подробязностями Надея Мяшкевич. Удельники волонтерского руху «Доброе сердце» пришли до одинокой пенсионерки Евы Михайловны. Господине тяжко ходить. 40 годов она працавала на швейной фабрице на химволокно. Коли было здоровье, трымала огород. Как сейчас я уже не работаю, силы нету, так уже где посадим, что где и так. Остается голый. Вот дрова бросить, так это хорошо, прекрасно, что дрова забросить. А так нанимай кого-то, проси тогда. Навести парадок взялись волонтеры. Для хлопцев эта справа несколько годин. Работы тут и саправды хапая. Скласти дровы, ускопать огород, прибрать смети, принести воды. Зразумела, навести парадок одиноким и сталым людям без такой допомоги просто немахчима. У Могилевской области дейничая амаль 300 таких волонтерских отрядов, где заняты больше за 3,5 тысячи человек. Допомагают круглый год. Ну, весна – это в основном помощь бабушкам в частном секторе, подготовить огород уже к посадке, убрать листья с осени, которые они не убрали, привести в порядок дворовую территорию, где-то что-то даже помочь посадить. И, ну, основное – это перекопать, конечно, потому что бабушкам тяжело. Многие чекают волонтеров и просто как поразмовлять. Подчас умение уважливо выслухать – это лепшая подтримка. Если мы сегодня забудем о наших стариках, об одиноких стариках, которым некому иногда даже помочь зачастую, то кто вспомнит о нас спустя годы, спустя десятилетия, когда старость придет к нам самим? Летось активисты руху «Доброе сердце» наведали и допомогли приблизно 2000 одиноких состарелых людей и ветеранам. Надея Мяшкевич, Александр Тарасов, «Новини регион».